Мы находимся в Нарвской городской больнице. Начинается акция «Подари Христу подарок». И, как вы видите, здесь представлены все персонажи рождественской истории. Здравствуйте, вы кто? Я мудрец. Мудрец. Это? Мария. И? Никогда не догадаетесь, кто это. Все, поняли? Пастух. Я пастух. Все, мы идем в детское отделение Нарвской городской больницы. Как я смогу вот родить младенца? Но... Ночью уже делать нечего, овцы спят. Но мы караулим, чтобы волки не подошли к стадам. Рассуждаем, разговариваем. Должна на небе появиться звезда. Каждую ночь мы наблюдали. Как-то заставляют кашу кушать. Мы все не хотим, да? Вот первая картина. С мамой поделитесь, с братьями, с сестричками, с бабушками, с бабушками. Поздравляем тебя. На всех хватит. Торжествуйте день Христова Рождества. Я лечу от Бога, радость вам принес, чтоб в пещере темной родился Христос. Скорей поспешайте, младенца видайте, новонарожденного. Чудным младенцем полны их сердца. Все люди, ликуйте, все день, торжествуйте день Христова Рождества. Ну вот, уважаемые радиослушатели, как вы видите, первый этап посещения детского отделения Нарвской городской больницы подходит к концу. Мы еще не вышли из роли. Движемся сейчас в центр ЛАД. Значит, вот есть несколько участников нашего сегодняшнего мероприятие. Юля выглядит немножко необычно, нестандартно. Юля, как впечатление, как люди воспринимали, принимали, дети, взрослые? Очень хорошо принимали. Мне очень приятно, радостно уходить отсюда, что как-то люди получили надежду. И очень, и прям одна женщина сказала, что спасибо, что вы нам подняли настроение. Слава Богу. Это благодаря вам также, уважаемые наши радиослушатели. Очень хорошее впечатление, потому что видеть слезы, радости, умиление, когда люди делятся даже, что у меня на сердце что-то полегчало, или плакать хочется, и душа прям плачет и поет с вами. Это, конечно, всегда приятно, что не зря. Не зря усилия, не зря вы, дорогие слушатели, находили время приходить на акцию, участвовать. Просто, слава Богу, благословение Господне, оно обогащает и печали не приносит. И мы это видим сегодня на акции. Мне очень нравится быть в таких местах, потому что мне кажется, что такие люди, они действительно в этот момент одинокие, и так хочется им вот что-то такое доброе, светлое, эту радость принести, рождение нашего Господа Спасителя, и приятно очень видеть, что их так это трогает, что они так плачут, так хочется их всех обнять, сказать, что Христос вас любит. Слава Богу, что Господь нас на это благословляет, дает нам силы, мы двигаемся дальше. Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песню пел. Все люди, ликуйте все день, торжествуйте в день Христова Рождества. Репетиция продолжается. Собрались со моими друзьями и пошли с востока в далекий Израиль. Мы шли, наконец пришли, мы увидели Иосифа, Марию и того младенца.